Лерка, не переживай. Свою Люцию ни к чему не обижает, он с ней играет. Ну, Африка. Хотела поиграться с Марселем, а вы все не дали. Люся, иди к Марселе, где он? Прям хочет с тобой играться. Чего ты не пошла к Марселе? Все? Идем посмотрим, где наш Марсель. Идем посмотрим. Вот наш Марсель. Нет. Марсель от него ушел, и вы все сюда к нему. Люция, иди с ним играйся. Он уже себе подсилку скинул. Молодец. Тарелку притащил. Марсель. Ой, все, все, соску нашел. Ой, сколько счастья, соску нашел. Люция, давай заберем тарелку эту. И звезда Люция в кадре, и Марсель соску, все, все. Все в кадре, да. Аж устали. От этих драк, скажи, сколько может драться, скажи. Целый день, уже поздно, мы сейчас, я вам сейчас свет потушу. Марсель вообще уже приготовился спать. Так, кажется, попалась у нас Африка под раздачу. Попугай что-то не... Попугай, чего вы не пристаете к Марселю, а? Такая тишина. Чарли уже пошел спать, он спит у меня на Гизе. Он там себе место выбрал. Там уже темно везде. Да? Но если посмотреть на Чарли, мы найдем, где он? Где там? Да, вон видно Чарли. Арчи, вернее. Пошел спать. Он у нас на Гизе спит. Да, он такой. Он думает, там уже света нигде нету, я пошел спать. А кто не хочет спать, тусуется все здесь еще. А я хотела посидеть возле компьютера, но эти собаки приставали к Марселю, приставали. Думаю, ладно, я вас сниму. А когда я начала снимать, так вы уже не очень-то пристаете. Или Марсель к вам приставал, я не помню. Марсель, ты зачем скинул покрывало? Вот у нас такая ночная жизнь. Уже почти все спят. Дома тихо. Одна только погавкает, Африка еще не спит. Марсель, ладно, он хоть целый день спал. Еще понятно его. Африка, а ты чего туда же? Иди спать уже. Во-первых, покрывало он скинул себе стену, а не тебе, Африка. Так, Терри, не прекрати. Толпой не налетайте на Марселю. Так по одному. А то уже бедные люди жалеют Марселя. Думают, что он не справится с этой сворой собак. Он уже одна Африка справиться не может. Это же масса задавит. Он говорит, я не кусаюсь, но у меня есть масса тела. Попугай, что вы там все едите? Уже поздно. Хватит есть, без остановки едят. На свет тушить.
Нет, а ты не кричи, не кричи, не кричи. Уже все спят. Кристина, это ты орешь? Или Чарли? Я тихоней узнаю. Все, Марсель, ложись спать. Мой маленький, мой, ложись, пупочка, ложись. Ложись спать, куда ты пошел? Сумо продолжается надолго. И у меня камера не успевает за вами бегать. Ой, ай-яй-яй, за ухо схватила Африку. Так вот, что сейчас поборет. Люция, иди спасай свою. А, только что Африка тебя защищала, да. Люция, да. Дышишь. Да, что ты тут дышишь? Африка тебя только что защищала. Ой, 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 защитники. Прямо всей толпой на маленьком. Марсель, не, не, моя нога здесь ни при чем. Вы, у вас поединок без меня. Скажи всем спокойной ночи. Зоохом идет спать. Зоодом наш. Животные, друзья, идут спать. Все, идем спать все. Хватит кушать. Слышишь, без остановки ешь. Хватит кушать. Уже на ночь никто не ест. Все спать идут. Ой, давай, Марсель. Хотел играть бэк-бам. Покажи, как у тебя хорошо поднимается задняя лапа. Тут уже не поднимается. Все, у нас вернулся от всех собак. Он говорит, я с ними не разговариваю. Так, хватит летать. Все, мы уже спать идем. Тушим свет. Приставалки. Приставалки какие. Мне кажется, двое на одного, это сильно нечестно. Или Люция должна быть, или Терри, а ты-то куда? Спать уже. Ребята, вы слышите, никаких игр сейчас не учу, спать. Спать, слышали? Все идут спать, молодец, иди. Ой, иди домой, Чарли, умничка, спать иди. Кристина, иди тоже в клеточку. Иди, будем спать, я свет потушу. Идите, маленькие. Послушно и страшно. Марсель скинул себе покрывало. Скажи, полежать не дадут никто. Африка, ну дай ему с котом побороться. Все, попал кот под раздачу. Марсель, ты его своим телом там не придушишь? Флэш, кажется, он даже не помнит. Он решил, что это просто обычный массаж. Да? Флэш, ты не почувствовал вес вот этот, Марсель? Флэш говорит, я не почувствовал. Так, летать или нет? Ничего смешного, летатель. Боже, кошмар. Он кота не замечает. Хорошо, мимо. Все.
От я вже зовсім наігрався і доіграв.